До нас дошло лишь около 15 картин Леонардо. И нельзя просто сказать: «Смотрите, я нашел еще одну картину». Этому никто не поверит. Вы выставите себя дураком. Это самая невероятная история, которая когда-либо случалась на рынке произведений искусства. А сама картина-то так себе. Я нашел картину, возле которой значилась «Копия Леонардо да Винчи». «Потерянный Сальвадор Мунди. Спаситель мира». По какой-то причине эта картина привлекла мое внимание, и мы решились на покупку. Картина была с повреждениями, и я убрала с нее следы подновления. У меня тряслись руки. Эту картину мог написать только Леонардо да Винчи. Исправления были сделаны в то же время. 90% картины было написано при реставрации. Здесь что-то не так. Это просто смешно. Мы провели обширный технический анализ этой картины. Новая инфракрасная рентгенография. Ее подлинность подтвердили. Ого! Господи! Должна быть надпись «Приписывается Леонардо». Если картина действительно была написана им, ее ценность возрастает во много, очень много раз. Ее оценили более чем в 200 миллионов долларов. Это мужская версия «Мона Лизы». Вы покупаете то, о чем знают во всем мире. Дело не в любви к искусству, дело в деньгах. Мы говорим о перечислении средств. Когда речь идет о большой сумме денег, мир превращается в кучку переплетенных червей. Сооруди что-нибудь в пустыне, и туристы попрут. История искусств? Нет, это политика. На самом деле, все замешаны в выдумывании пропавшей работы Леонардо да Винчи. Всем плевать, правда это или нет. 240. 300. 400 миллионов. Продано! Это самая высокая цена за картину за всю мировую историю. И где сейчас эта картина? Никто понятия не имеет.